Друзья, а перед началом видео в честь 160 подписчиков я сделаю такой вот подарок, скажем, в честь этого сделаю такой подарок. Многие в комментариях, ну как многие, некоторые просили меня скинуть ссылочку на полную версию Super City, премиум версию, и я ее скину. По ссылочке в описании под видео вы можете перейти на этот сайтик, сайтик проверенный. Может, я всегда на нем качаю все полные, а иногда даже и взломанные игры. Переходите, качайте, она не вирусованная. И играйте на здоровье. Так что ссылочку на сайт с полной версией игры я оставлю в описании. Хай-хай, с вами Федор Сумкин, вы на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И, ребята, по названию видео вы уже поняли, что это очередное видео на количество подписчиков. И вчера на канале было зафиксировано 160 подписчиков. Ну, я могу сказать всего две вещи по этому поводу. Почему две? Объясню. Говорите много вещей в подобных видео, а именно благодарности и обещания. Это глупо. Это глупо и это бессмысленно, потому что я после предыдущих подобных видео, я понял, что благодарности мы будем говорить на, ну, в тех видео, в которых количество подписчиков будет кончаться на 2 нолика. Там будет много благодарности, вот всего вот этого. То есть благодарность будет в любом случае, потому что, ну, это скажу позже, но именно вот большая благодарность, просто много слов, это все будет, кто-то пишет, это все будет видео, когда вам подписчиков будет, число подписчиков будет начаться на 2 нолика, а циферка перед ними будет расти на единицу. Что я могу сказать еще по поводу обещаний? Ребята, я не буду давать обещания раньше времени, потому что, ну, всякое может произойти. Я раньше обещал одно, но я этого до сих пор не сделал, и не сделаю этого. И я понял, что обещать что-то сейчас — это бесполезно, потому что это я не обещаю, это я просто-напросто вру. Это называется лицемерие. Вранье. Даже не лицемерие, вранье. Я, как говорилось в одном старом видео, втираю вам какую-то дичь. Я этого делать не хочу, поэтому обещать что-то я не буду. Скажу одно обещание. Канал будет улучшаться с каждым разом. С каждой новой сотней канал будет улучшаться. Но у нас пока сотни новой нету, у нас есть 160 подписчиков. Так что, ну, это даже не с каждой сотней. Я стараюсь улучшать канал с каждым новым подписчиком. Вот с каждой десяткой, с каждым подписчиком, как я уже сказал, только что с каждым подписчиком. Вот, так что вот так вот. Так, а теперь перейдем к тем двум вещам, о которых я хотел вам сказать. Первая вещь — это спасибо, но благодарность будет в любом случае, потому что, ребят, вы молодцы, вы красавцы. Если вы подписываетесь на меня, значит, вам интересно. Это в первую очередь. Спасибо большое за актив. И сейчас я большую благодарность выражаю тем новым 20 подписчикам, которые подписались. Ребята, спасибо, что выбрали мой канал. Я обещаю, что вам будет на нем интересно. Обещаю радовать вас. Постараюсь, в всяком случае. И вообще, всем спасибо. Всем большое спасибо. Вторая вещь, которую я хочу сказать, это то, что мы все ближе и ближе к 200. 200 подписчиков, ребят. Казалось, это так далеко, но это все ближе и ближе, этот момент. А знаете, что такое 200 подписчиков? Это 1/5 часть от 1000. Это как было 100 подписчиков, 1/10 часть от 1000. Так, 200 — это 1/5. Так что, ребята, давайте подписываемся, будем активными и будем радовать меня, себя. А если мы все это вместе сделаем, то будем радовать и людей, которые еще не подписались на нас. А, соответственно, они у нас подпишутся. Ну, понимаете эту связь, да? Ладно, ребят, перейдем, собственно говоря, к игре. Я решил вернуться к Super City. Это не третий сезон, это, вы знаете как? Что-то промежуточное между этим. Вот, знаете, кто играл в «Ходячих мертвецов», те поймут, есть такой эпизод, 400 дней называется.
И в этом эпизоде, но он никак не связан ни с первым сезоном, ни со вторым, уж точно не с третьим. Он является промежуточным, скажем так, связующим эпизодом. Да, нет, он связан, конечно, он связан, но особой какой-то роли он не играет. Так что это будет тоже своего рода такой вот, ну, даже не то, что это даже не связующий эпизод, это будет просто вот, чисто сейчас с вами устроим боевую сцену, мою любимую, это Marvel против DC, она у нас уже была, но я решил ее вернуть. Вот, так что, вот так вот. Третий сезон у нас, ребята, будет скоро. Надеюсь, что скоро, если вы все-таки скинете персонажа, потому что уже два персонажа скинуты. Два. Был один, уже два. Ну еще... Нет, нет. Шесть персонажей, ребят, шесть. Еще нужно шесть персонажей. Давайте, ребят, будем активами, будем набирать персонажей. Играем. 15. Я решил устроить, ребята, жуткие проседания в FPS. Так что готовьтесь к жутким тормозам, ко всему такому, потому что я поставлю максимальное количество героев Марвел и максимальное количество, ну, героев Марвел и злодеев, это все вместе будет, против Марвел, против DC. И это будет все по максимальному количеству, то есть 15 человек. Ну, может, даже не человек. Так что ладно, ребята, готовьтесь к жутким тормозам и, повторяюсь, это будет жестко. Так, ну что... Готовы, поехали. Так, кто у нас тут? Ну, давайте первый, это будет Росомаха, естественно. За ним у нас идет существо. Потом, как его, сокол? Ну, это да, сокол. Женщина-невидимка. Потом, кто там дальше у нас идет? Патриот. Мистер Фантастик. Уже сколько тут? Ну, в принципе, там нам покажут, если будет максимальное. Так, Vision. Дальше. Ник Фьюри. Затем. Капитан Марвел. Человек-муравей. Капитан Америка. Куда же без него. Так. Человек-паук. Тоже куда без него. Я так понимаю, у нас будут одни герои. Одни герои у нас будут. Оса. Люк Кейдж. Этот, как его? Ртуть. Комиксная версия. Это версия из комикса. Потому что кто-то писал в комментариях под одним из роликов Super City, что это не ртуть. Нет, ребят, это ртуть. Просто это комиксная версия. Ну, версия из комикса, скажем так. Будем то ли, ну, правильными. Так, ну, Циклоп, естественно. Затем Шельма. Потом. Так, последний новость будет. Железный человек. Электро. Тут, по-моему, даже больше 15 уже. Тор. И все, как видите, все герои Марвел собраны. Так, теперь собираем героев DC. Ох, ребята, FPS сейчас будет жестко проседать. Прямо жестенько. Так, это Киборг. Это Bad Girl. Это... Ой, я же не добавил этого самого. Блин, я не добавил как его. Как зовут? Забыл. Сорви голову. Давайте, наверное, заменим... Кого мы заменим? Я знаю, что сейчас вот есть сериал про Сорви голову, и многие любят этого персонажа. Так что давайте заменим, наверное, Патриота. Кого я заменил? Так, я сейчас кого-то заменил только что. Так. Сейчас будем проверять. Кого-то из этих ребяток я заменил. Не знаю кого. Ну ладно, пусть будет так. Если что, извините, я вот... Я не хотел, я хотел заменить этого патриота. На сорви голову. Так, ладно. Продолжим с DC персонажами. Дальше у нас кто тут идет? Это Стрела. Без него тоже никуда. Дальше. Дальше. Дальше у нас идет Зеленый фонарь. Потом Флэш. Затем. Так. Олдтаймер. Его зовут по-другому как-то, но он тоже из DC. Тоже кто-то писал, по-моему, в комментариях, что он не из DC. Нет, ребятки, он из DC, это я точно знаю. Не из Марвела.
Так, потом. Вот эта девчушка, по-моему, тоже из DC. Ну, как ее точно зовут, я не знаю. Потому что я думал, что это Супергерл, но она... Там есть отдельный персонаж с нею. Так, потом. Wonder Woman, ну, Чудо-женщина. Затем. Дальше. Затем у нас Шазам. Потом Супермен, обязательно. Потом. Дальше. Робин. Сейчас его наставника добавим тоже. Так. Вот она, Супер-женщина. Ой, точнее, как ее? Супер-герл. Потом Марсианский охотник. Дальше. Бэтмен. Тоже сюда. Так, и Аквамен. И знаете, им сюда не хватает. Надо сейчас еще кого-нибудь поищу, наверное, в нейтралах есть. Так. Ну, как-то я не вижу смысла добавлять Темного Рыцаря, потому что у нас уже есть Бэтмен. Так-то больше добавить никого некого. Некого, точнее, добавить. Ну, давайте так. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, ну пусть бой будет где-нибудь в таком известном месте, где борются супергерои, но это явно не в туалете. Пусть они будут драться, например. Ну пусть будут драться в штабе Лиги Справедливости. Пусть так. Так, ладно, поехали. Ох, ребятки, так, кого взять? Кто мне на превьюхе не стоял? Кто внимательный? Так, а на превьюхе у меня не стоял у меня на превьюхе. Так, ну человек с способностью. У меня, в принципе, циклоп не стоял. Да, ё-моё, я железного человека взял. Но у меня железный человек не стоял, скажем так. Нет, я все-таки возьму циклопа, потому что, да, ё-моё, вот начались проседания FPS. Я нажимаю, а ничего не нажимается. Так. Давай. Хотя, ладно, нет, мне все-таки нужен... Вот как его? Да, блин, его фиг выберешь. Вот сейчас выбрал. Все, теперь у нас циклоп есть. Будем играть за него. Ох, ребятки, пошло-поехало. Вы знаете, просто пошло-поехало. Так, что ты умеешь у нас стрелять из глаз? Да, все правильно. Кого там уже победили? Ё-моё. Вот это потасовка, ребят, потасовка потасилова. Так, о, мы зеленый фонарь тут без дела. Да ё-моё, так, по-моему, у меня настройки. Ничего. Да. Вот, теперь правильно. Так, все, супер. Все, супер. Так. Ну что, товарищи. Сейчас надо кого-то навалять кому-нибудь. Так, вот у нас тут Шазам, в принципе, есть. Он только что повалил железного человека. На-те, Шазам. Вали, козла. Да ё-моё, меня Шазам перекинул через себя. Вообще, в Супер Сити, как его Циклоп, он довольно-таки слабый персонаж, потому что он умирал всегда одним из самых первых. Я вас следил за боями. Где вы сейчас? Да ё-моё, вы что, дурачки? Не нужны вы тебе очки. Так, иди нафиг. Ох, ребят, как FPS жестко просидит, прямо жестенько. Вот когда останется там героев, наверное, по 3 с каждой стороны, вот тогда вот нормально будет, прям войдет в норму. Да ё-моё. Ну, в принципе, еще я с Шазамом-то соревнуюсь. Шазам, он это самое. У него суперсила вообще божественная. Он, можно сказать, всего лишь это самое. Шазам! И все, он уже суперхеро. А мне это, я только огоньком из глаз стрелять умею, и все. Да ё-моё. Здрасте, поехали. О! Ртуть, завали его! Ух ты! Смотрите, вот флэш против ртути. Никогда не хотели видеть эту битву? Один быстрый. И другой быстрый. Я не су... Да ё-моё, да иди ты нафиг от меня! Козлина. Блин, я только что, по-моему, ударил своих. Ух ты ж, блин, взрывы пошли в замедленном действии. Это все не лаги, ребята, это слоумо. О! Бэтгерл валяется в каком-то странном положении. Я не знаю, как это вообще возможно. Да пошли вы нафиг. Меня окружили герои из DC. Где мои друзья, товарищи? Почему они меня не спасают? Мне кажется, я сейчас погибну уже. Неудивительно. И мы, как говорится в народе, просрали.
Именно так. Вали Супермена. Давай, мы сейчас, короче, на него навалимся. На. В смысле? Я ударил Супермена. Он не наш. Алло, сорви голова. Ты чуть тронул с рассудком, по-моему. Ну, я герой, да. Чё тебе не нравится? Ты типа злодей, да? Вот это приехали. Здрасте, пожалуйста. Так, уйдите нафиг от меня. Я умею стать лазером из глаз. Пацаны. Ой, сейчас Аквамену наваляю. Нет, мне кажется, он не наваляет. Да почему Циклоп такой слабый? Я не понимаю. По идее, должен заносить только так. У него бойцовские навыки вообще развиты должны быть хорошо. Он же Циклоп. Понимаю, что аргумент так себе, но все же. Если вспомнить фильмы Людей Икс, старые именно. То есть не те, которые сняли вот недавно, а именно там фильмы 2000-го вроде года, если не ошибаюсь. Где он, короче, во втором фильме, ну там это же не 2000-го, уже позже он был снят. Где он, короче, наваливал жестко. Прямо вообще отлично был. Да и в первом тоже. Что такое? Кого победили? Опа, а Тора-то уже все. Того. О, скандинавского бога уже все. Побили. И Ник Фьюри сломал себе руку. Ну отлично, ребят. Что-то Марвел какой-то большой задница. Кого победили? А, нет, Олдтаймера победили. Хотя у меня шапочка, кстати говоря, такая же, как у Тора. Совпадение? Не думаю. Тора ведь тоже победили. Так. Братцы, кролики. Кого бить? О, там Америка валяется как бревно. Так. Фига себе, там слепому наваливают. Не имею в виду, сорви голову. Так, у меня здесь, короче, какая-то бутылочка, которая восстанавливает способности. Давай чай выпьем. Пошел нафиг. Алло, я его бутылку ударил. Ну, будут козлы, конечно. Я его скляночкой ударил, а он меня самое, на меня навалился. Я же сейчас встану, Аквамен. Не дай бог ты меня ударишь, Человек-паук. Ты сразу превратишься из моего любимого персонажа в моего... Нет, все-таки ты будешь мой любимый персонаж. Так, стой, дай я бутылочку-то выпью. Жаль, эта бутылочка, конечно, жизни отнимает. Зато восстанавливает способности. О, Человека-паука заморозили. Так тебе и надо, говнюк. Ты меня ударить хотел. Так, давайте Wonder Woman наваляем. Да пошли вы нафиг от меня, козлы. В смысле, уйди с моего пути? Это кто говорит? А, Капитан Америка, зачем тебе вообще автомат? У тебя же такой классный щит. Так, Ника Фьюри победили. Так, мне кажется, и меня сейчас тоже победят. Слышите, дайте я встану, пожалуйста. Я хочу Робина навалять. Он тут самый маленький. Ну, по возрасту имею в виду. Так, вставай, товарищ. Сейчас мы Робина наваляем, иди сюда. Отлично, мне сейчас наваляет ребенок. Такой крутой, да? Думаешь, с Бэтменом знаком, так это самое, самый авторитетный? Фига себе. Когда это Робин научился стрелять лазером из глаз? Никто не скажет? Ой, нажать, кстати, прямая трансляция, надо будет мультики посмотреть. Так. Так, я инсайд. Ух ты, инсайд. Инсайд это хорошо, инсайд вроде сильный. Иди сюда. Громахи. О, супер. Успел. Меня шазам не успел ударить. Так. Так, ребят, делаем вывод. Циклоп очень слабый и никчемный персонаж Супер Сити. Не знаю, как вообще в комиксах. В комиксах мне нравится Циклоп, да и в мультике про людей их тоже мне нравился. Кого победили? Андроида победили? Кто-нибудь не скажет, что происходит? Нет, я в принципе понимаю, что сейчас это не особо и важно. То есть, смотрите, кого победили, кого не победили, потому что мы сейчас не снимаем третий сезон. Я надеюсь, я упал на своих. Потому что если я упал не на своих, то это будет довольно-таки прискорбно. Пошли нафиг от меня, козлы. О! Wonder Woman! Wonder Woman! Ты не Wonder Woman, ты дерьмо Woman! Иди сюда, о! Жестко тебя затроил, да? Вот я вижу, как это оса смеется. Вот ей понравилась шутка. Если ей понравилась шутка, значит и мне понравилось. Я же авторитет для нее. Давай ее еще, задень. Кого победили? О! По-моему, Бэтгерл победили или Бэтмена? Да уберись! О, Бэтмена победили! Так, давай мы что-нибудь ей сломаем. Это как бы хорошо. Да пошла ты нафиг, хоть я тебе по щам пропишу.
Bad Girl, кого победили? А, Люк Кейджа победили. Это как так-то? Слышь, Аквамен, ты это самое, как победил Нигатоса? Вот сразу видно, что он, что Аквамен расист. Как говорил Раджеш Кутрапали в теории Большого Взрыва, Аквамен сосет, воду сосет, водоросли там, рыбок и все такое. Так, у него щит, она, в принципе, не даст мне себя ударить. Эх ты, зараза. Зеленый фонарь, ой, тебя не ловушку подстроили. Я ее даже не заметил. Иди нафиг от меня. О, победил зеленого фонаря. Ты не зеленый фонарь. Ты зеленый фонарик. А вообще, вот есть обычный фонарь, а есть улица разбитых фонарей. Вот ты разбитый фонарь на этой улице разбитых фонарей. Понял? Зеленый фонарь. Видали, как я почти над ним? Он аж плачет, по-моему. Опа, все, это самый, как его, забыл, как называется. Победили кого? А, Электро победили. Блин, смотрите, FPS, ну, проседает все меньше и меньше. Персонажей, соответственно, становится все меньше и меньше. Так, Space Invader. Ой, извини, пожалуйста, Капитан Марвел, я не хотел. Так, ломаем шею Space Invader. О, отлично, победили его. Кого победили? Так, женщину-убийцу победили, по-моему, ее убили. Фига себе, какой поворот событий. Мне кажется, мистер Фантастик не оценит. Кстати говоря, где он? Он же вроде бил. Ну как бы, Лола, где мистер Фантастик? Я понял, я тогда мистера Фантастика убрал. Ё-моё, я же мистера Фантастика тогда убрал. Так, победили у нас там. Это у нас кто? А фиг знает кто. Конь в пальто. Так, а где, кстати, Человек-Повек? Что-то я давно его не видел. Человек-Повек. Неужто помер? Да ё-моё, задницу ударили. Так, что у них в наушниках довольно громко. О, самое то. Не, Аквамен, отстой. Аквамен сосет. Водоросли сосет, рыба. За что? Ну, Капитан Марвел, ну прости, я изменился. Что тебе еще нужно для того, чтобы ты меня простил? Ай. Ладно, наваляем Супермену. Супермен, ты тоже сосешь. Не, на самом деле я вселенную DC тоже люблю. Но мне как-то привычнее вселенная Марвел, потому что я в ее с детства увлекаюсь. Так, Робин, ты там Росомахи, смотрю, наяриваешь. Так, Стрелу победили, Робина победили. Ох ты, сразу двоих героев DC. Так, Шазам. Так, Супергерл победили, а, она и победила даже. Так, там я смотрю, Аквамен валяется ничком. Так, ну там, в принципе, Росомаха справится. О, адамантиевый скелет. Так. Ага, Киборг, я смотрю, про тебя все забыли, но я не забыл, ты у меня в сердце. Пошла нафиг. Ты вообще, я думаю, не из героев DC. Просто так, что я пришла на вечеринку. Так, по приглашению. Нет, да, все, уходи. Уходи. Давай, опа, вали, козла. Все, до свидания. А, мы ее победили, отлично. Магнифисент ее зовут. Странное имя, прямо как 50 Cent. Прямо как 50 Cent. Так, и андроида победили, ну, киборга. Все, отлично, отлично. Так, ну, Капитан Марвел, это наш человечек. Так, все, Шазам. Остался ты, Супермен. И прямо на морковку упал. Почувствуй мою морковку. Так. Давай, ломаем ему шею. А, и Аквамен еще, и как ее? Блин, Железного Человека победили. Фиговенько. Они там уже все ушли, пока кто-то там разглагольствовал над победой Железного Человека. Так, ломаем шею. Давай, существо! Да ё-моё, существо должно меня спасти. Пошлите нафиг. Ой, мы что-то ей сломали, по-моему. Или это Шазам так закричал по-бабски?
Отлично, мы победили Шазама, потому что я поправил громкость. Вот это я понимаю, ребята. Так, ну что, Wonder Woman, давай это, на! Ой, мы прыгнули на нее и сломали ее. Хорошо, уже, уже хорошо. Остался Аквамен и Супермен. Супермен. И тебе, на. Извини, пожалуйста. А, и даже Супермен привел. Неужели Аквамен такой стойкий? На тебе. Так, давай его. Опа! Все, победили, ребята. Мы и победили. Нас осталось не так много, как хотелось бы. Погиб и Спидерман погиб. Зато осталась оса. Капитан Марвел. Так, проверю, существо осталось. Росомаха. И Капитан Америка. Я его успел заметить. Вот, ребята. Вот такой вот у нас видосик. Я знаю, что многие из вас любят Супер Сити, многие просят. И надеюсь, вам понравится мой подарок. Так что, подписывайтесь на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, скажи друзьям, подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока.